Трейлеры и коневозы – это прежде всего узкое пространство, а лошади, как мы знаем, у нас клаустрофобы. Они боятся различных узких темных пространств. И в западной культуре хорсманшипа принято приучать домашних лошадей к погрузке в коневоз. Там принято разные частые поездки предпринимать, поэтому это часть программы обучения лошадей, и делается это так, чтобы лошадь прям-таки с удовольствием грузилась.